Добрый день, друзья! Сегодня на овраге. Место первоначально нашли по песцовым книгам. То есть деревня описана в песцовых книгах. То есть между одной деревней и другой на таком-то овраге стояла такая-то деревня. И вроде было бы написано то, что там от 15 до 20 дворов. Кто знает, чего там находится. Ну вот мы сейчас приблизительно приехали на место. Чуть-чуть погуляли, нашли пока что один кованый гвоздик. Ну, если есть один, значит, где-то поблизости находится и все остальное. Наши поиски только начались. Думаю, мы сегодня найдем что-то большое, хорошее, красивое. Энкалпионистая, удельная, чешуйная. Смотрим, не переключаемся, будет интересно. Так, ребят, был первый сигнал. Начал копать цветнину. Но потом на штыке под корнями наконечник. Наконечник стрелы. Небольшой чуть-чуть, как его, гнутый. Но наконечник, это значит дикое средневековье. Это уделы, это чешуя, это энкалпионы. И кубышки. Все, я уже радостный. Так, ну вот, первая находка. Только что из земли. Крестик. Целый, красивый. Прямой. Что-то я таких даже не знаю, не встречал. С надписями. Сохран вообще изумительный. Ладно. Красотень какая. Остаемся и ищем где-то рядышком дальше. Так вот, еще одна интересная находка. Вот такая вот штука, узорная, еще даже с тканью. Но не знаю, на советскую не похоже, скорее всего это имперская. Ну вот, наверное, дороги между деревень шли, и вот такую вот штуку потеряли. Но самое главное-то она целая, вот что самое главное, целая и красивая. Зачет! Какое интересное место. В 100 метрах отсюда наконечник стрелы, а вот имперский топор. Чё-то здесь и в имперское время было, и до имперское время. Но на Шуберте здесь ничего нету. Вот до Шуберта карта, на ней было обозначение деревни. Ну, название было, которое согласовывалось, как сказать, совпадало с песцовой книгой. Но на Шуберте здесь ничего не было. И, возможно, здесь дорога шла или еще что-то. Но вот как-то так. Так, расклад такой. Вокруг есть железо, вот дымовая яма, и в ней есть керамика. Ну вот ее кто-то уже пытался, ну вот кто-то ее смотрел, но не шурфил. И земля здесь уже более черная, чем 50 метров в стороны. Значит, где-то рядом эпицентр, возможно, чуть-чуть впереди. Сейчас пойдем туда. Так, что можно еще сказать? Нашли несколько дымовых ям. Одну расшурфил. Ну, примерно на метр. Идет кирпич, редкая керамика, и никакого железа. Никакого. Думаю, да куда уж глубже. Глина, глина и глина. Но сейчас пойдем в начало, где стрелу нашли и крестик.
Может быть, там будет поинтересней. А здесь или все выбили до нас, или здесь все лежит на такой глубине, что мы не можем зацепиться. Ну вот как-то так вот пока и получается. Расклад такой. Поселушку нашли, но места залегания находок, наверное, сильно глубоко. Мы их не цепляем. Керамику видно, кирпич видно, железо раскидано повсюду. Мы сейчас ушли оттуда метров на 500-700, гвозди все равно есть, обломки ножей и все такое средневековое железо. Сейчас в свободном походе, так скажем, по оврагу. И вот попалась вот пуговка вот такая вот интересная. С Георгием Победоносцем, в хорошем состоянии, целая, имперская. Сейчас погуляем еще. Комары, вот, правда, не то что заели, уже остатки доедают. Оводы, мышкара. На улице градусов 30, ну, в лесу 25 точно. Не разденешься, иначе доедят окончательно. Вода уже заканчивается. Эх, коп тяжкое дело. Тяжко, очень тяжко. Ладно, мы идем дальше. Прошли метров 15 после пуговки. И вот серебряная монетка. Но вдаренная лопаткой. Хорошо вдаренная. Чего это такое? Какая-то крупная. Комары. Не пойму. Надписи есть, но... Нет, это чешуя. Князь какой-то. Надо мыть и смотреть. Не удел, но все равно. Ладно, зачетно. Сейчас перебираемся с места на место. Овраг переходили, где крапива выше меня. Там такая хорошая керамика. Ее и много. И черная, и белая. И очень всякое разнообразное. Но крапива 1,5 метра. Не покопать. Сейчас вот идем через заросшее поле в другой овражек. Время пока еще есть, часика 2. Время 6. Но надо успеть еще вернуться. Ладно, смотрим. Все-таки, может быть, еще что-то интересное найдем. На новом овраге, на новом месте. Только включились, и сразу уже пошла... Фу, мухи. Чернота. Кирпича, керамики не было. Вот сейчас вот, наверное, с 1,5 штыка вот такой вот ключ. Очень глубоко был. Но это имперское, наверное, время. Вот опять. Черноты везде много. Но где ее локализация? Где ее центр? Потому что вот где я сейчас стою, здесь ничего не могло быть, потому что здесь вот между оврагами здесь, наверное, метров 50-70. Вот, и все, и со всех сторон овраги. Если только одна дворка, но вот одна дворки столько железа не может быть. А это очень много кованого железа, но ничего нету. Ищемся. Вот это место последнее оказалось имперским. Здесь очень много имперского мусора, но ни монет, ничего мы не нашли.
И сейчас уже скоро темнеет. Надо добраться до машины еще. Ну и, как всегда, возвращаемся через овраги, через буреломы. Как всегда. Идем. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Так, друзья, наш коп сегодня окончен. Результаты вы видели. Что хочу главное сказать, не ищите легких путей, не ищите коротких путей. Два раза сегодня пошли по короткому пути, а он оказался не то что коротким, он оказался в крапиве раз, в буреломах два, и чуть машину не оставили на этой короткой дороге три. Вот знаете дорогу, по ней и ехайте. А результаты? Поселушку мы нашли. Керамика, кирпич, чернота, все есть, все в достатке. Но вот цветных сигналов нету. Вот это вот то, что мы нашли, это какие-то случайные потеряшки. Там две, ну одна имперская большая, крестик, ну, наверное, петровских времен. И монетка, еще не знаем, удельная или нет. На этом все. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. До новых встреч на полях. До новых встреч на полях и в лесах. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки. До новых встреч. Там прям муха на экран съела.